Их служба и опасна, и трудна. Сотрудники органов следствия отметили профессиональный праздник. 58 лет назад в системе МВД появились такие подразделения. Сегодня это элита российской полиции. В Одинцовском следственном управлении служат 15 человек. Опытные специалисты и перспективная молодежь. Я считаю, что у нас серьезный, сплоченный, крепкий, процессуально подкованный профессиональный коллектив. Вот. Мы действительно показали это своей работой, организацией работы, количеством расследованных уголовных дел. Евгений служит в следствии уже 5-й год. На данный момент аттестуется на должность старшего следователя. Примером для молодого человека стал отец. Такой путь я выбрал, соответственно, постопом отца. Моя работа заключается в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов на территории Одинцовского городского округа. Главная задача следствия – сбор доказательной базы для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. Улики, допросы, следы на месте преступления – все это знакомо по книгам и фильмам. Но любой сотрудник полиции скажет – работа следователя далека от романтики. За годы службы начинаешь лучше разбираться в людях, говорят следователи. Тот, кто честно жить не хочет, не должен уйти от ответственности. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».